Не нужно паузы! Артём, Артём, там Мия! Мультики, мультики! Нет-нет-нет, мультиков достаточно! Пауза! Ой! Нет-нет-нет! Пожалуйста, не нажимай на паузу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пауза! Один хлеб. Пойду налью себе воды. Ох, ме-ме. Пауза! Оу, no! Мия, не нужно паузы. Пожалуйста. Не нужно паузы! Пауза! Нам нужно отобрать этот пульт! Ой, я тебя поймаю! Попалась! Отдавай мне пульт! Он у меня! Артём, Артём, там Мия! Пауза! Упс! Пауза! Плей! Спасибо, Стейси! Мы запустили такой интересный челлендж с паузой! Ага! Это ключ в апельсинке? Да, мы нашли первый ключ! Пойдем, пойдем! Артём, Артём, где это мы? Ребята, добро пожаловать в квест-комнату! Квест-комната? Тут 7 замков! Нужно найти ключи! Придется подумать! Что это? Камень, ножницы, бумага? Ага! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Я первый! Это шоколадная монета! Моя очередь! Это же мое! Что это? Это для Марти. Я думаю, что ключ спрятан тут. Ага. Апельсин.
место. Это ключ в апельсинке? Да, мы нашли первый ключ. Пойдем, пойдем. Молодцы. Это лабиринт? Стейси, вот ключ. Я не могу его вытащить. Нам нужно выбраться из лабиринта. Сделаем это. Не туда. Опять не туда. Мы сделали это! Второй ключ! Открыли еще один! Оп! Я первая! Промах! Ты тоже промазал! Окей, твоя очередь! Моя очередь. Стейси, смотри. Артём! Ключ должен быть здесь. Ключ! У нас есть еще один ключ. Это третий по счету. Магические коробки! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Я первый! Выберу вот этот квадрат. Это для меня! Обожаю краситься. Ладно, ладно. Ой. О, дай мне. Это не ключ. Это ключ. Нет, слишком большой. На ключ не похоже. Это краски. Это ключ. Это праздничные шары. Артём, у тебя что, день рождения? Я знаю, ключ внутри. Здесь ключа нет. Моя очередь. Пусто. Моя очередь. И этот пустой. Пусто. Здесь нет ключа. Пусто. И тут пусто. Ничего.
больше ничего. У меня пусто. Я нашел ключ. Отличная работа. 1, 2, 3, 4, 5. Ключ номер 5. А следующий ключ спрятан тут. Это лед? Ага, это настоящий лед. И где-то внутри спрятан ключ. Моя очередь первая. Пусто. Пусто. Ключа здесь нет. Нет ключа. Ключ! Я нашла ключ! Oh, yeah! Ключ номер 6. Вам нужно собрать слово. Open. Нам нужно вставить все буквы. И мы найдем последний ключ. Волшебный спрей. Буква О. Буква П. Буква И. Буква Н. Готово. Это ключ. Да. Да, у нас получилось. Хорошая работа, ребята. Он что, игрушечный? Артём! Розовый паук? Мой чёрный. Мой розовый. Вау, моя комната розовая. Всё в моей комнате чёрного цвета. Чёрный. Против розового. Черный лучше. Такой милый. Черный лак для волос. Розовый лучше. Краска для волос. О, черная. Артём! Черный лучше. Я хочу свои волосы обратно. Розовый лучше. Розовый. Розовый лучше. Ребята, а какой цвет нравится больше вам? Черный или розовый? Розовый. Черный бургер. Розово-бургер. Черная картошка. Розово-бургер.
Розовый лучше. Сейчас попробую свой. Не, черный лучше. Нет, розовый лучше. Ежевика. Малинка. Розовый лучше. Нет, черный лучше. Напишите в комментариях, какой цвет вам нравится больше, черный или розовый? Паук. Его она точно испугается. Артём! Розовый паук? Он что, был чёрным? Говорил же, чёрный лучше! Мне не нравится чёрная одежда! Чёрный лучше! Я же говорил! Ага! Это то, что ты заслужил. Тебе нравится розовый? Иди обратно в свою комнату. Этот цвет намного лучше. Розовый лучше. Черная гитара звучит лучше. Розовый лучше. Розовый лучше. Розовый лучше. Розовый лучше. Моя подушка. Мой кактус. Они розовые. О нет, моя гитара. Стейси, почему ты это сделала? Потому что розовый лучше. Ну вот это мне, кстати, нравится. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я не могу это есть. Бассейн! Вау! Мой бассейн горячий. Холодное лучше. Нет, нет, нет. Смотри, горячее лучше. Смотри. Как красиво. Ой. Нет, нет, горячее лучше. Холодное лучше. Нет, горячее. Холодное. Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Челлендж. Жарко, холодно. Тут жарко, а тут холодно. А я выгляжу как принцесса Эльза. Зато у меня тепло, как будто бы это лето. Холод лучше. Нет, у меня тут жарко, поэтому мое место лучше. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, ты вспотел. Иди переоденься. Да, нужно переодеться. А я переоденусь тоже. Мия, Мия, помоги мне. Окей. Вау, мое платье! И моя футболка! Ну это замороженное платье!
Ну, надевай, Эльза. Кажется, я знаю, что может тебе помочь. Молоток. Ха, спасибо. Кажется, ты не можешь надеть это платье. Давай посмотрим, что там у тебя. Окей. Вау! А где моя футболка? Там слишком жарко. Я хочу кушать. Да, я тоже. Моя еда! Вкусняшка! Горячие сосиски! Осталось еще две. Они очень горячие. Уверена, у меня лучше. Это огромная замороженная сосиска. Холодная. Может быть, тебе нужен молоток? Может быть. Замороженная! Я не могу это есть! Может быть, фрукты? Горячий фрукт! Холодные фрукты! Вау! Ну они очень горячие! Куда делись мои яблоки с апельсином? Вот почему лед намного лучше! Ой, очень холодные! Тебе нужен молоток. Ага. Такая холодная. Ой. Ой. Мы не можем есть эти фрукты. Моя еда слишком горячая. А моя еда очень холодная. Стейси, я знаю, что хорошо сочетается с жарой. Я знаю, когда очень кстати охладиться. Бассейн! Вау! Мой бассейн горячий. Но это настоящий лед. Он слишком горячий. Ой, лед! Ой-ой-ой! Так холодно! Стой, стой! Я сейчас тоже туда приду! Оу! Это же настоящий лед! Стейси, Стейси! Пойдем! У меня есть одна идея! Когда слишком холодно, плохо! И слишком горячо, тоже плохо! А вот тепло, это хорошо! Артём, хватит играть! Давай найдем выход! Ага, давай! Моё! Нет, отдай мне! Моё! Моё! Где это я? Что это за место? Стейси? Ты тоже тут? Да-да, я тут! А где вы? И что это такое? И где же выход? Я думаю, что выход скрывается за одной из этих кнопок. Нам нужно ее найти. Стейси, я хочу попробовать зеленую. Каска? Зачем? Артём, я знаю, что шлем обозначает, что произойдет что-то плохое. Вау! Это золотые монеты! Стейси, я не нашел выход, но я нашел золотые монеты, и теперь я богатый! Зачем тебе монетки, если ты не можешь выбраться? Окей, моя очередь. Розовый!
Какую же мне нажать? О, красную! Вау, это же игрушки антистресс! Их так много! Вау! А это что за огромный поп-ит? Так круто! Артём, хватит играть! Давай найдем выход! Ага, давай! О! Деньги? Но мне не нужны деньги! Мне нужно выбраться! Нам же нужно найти выход! У меня есть идея! А что, если нажать все кнопки сразу? Все испарилось! Ага! Значит, нужно пробовать одну за одной. Какую же выбрать? Попробую оранжевую. Это же пауки! Да они же не настоящие. И эти тараканы тоже не настоящие. Ладно, нажмем другую. Я не хочу пауков. Ладно, моя очередь. Ой. Конфетти? А? Конфетти? Ха, это прикольно. Уж точно лучше, чем мое. Ладно. О, голубой. Пластиковые яйца. Стейси, ну что там? У меня тут пасхальные яйца, но сейчас же не Пасха. Нужно найти выход. Попробую еще одну. О, розовую. Ничего. Шарики. Вау, это прикольно. Артём, ты там что, на детской площадке? Кажется, да. Но я все равно продолжаю искать выход. Какую же выбрать? Нужно найти выход. Попробую-ка вот эту. Кажется, это то, что нужно. Сырные шарики. И их так много. Смотри еще. Мне тут нравится. Артём, что это? Опиши, что происходит. У меня комната полная сырных шариков. Я тоже хочу. Моя очередь. Красный. Фруктовое желе. Нам все еще нужно найти выход. Вот это. Артём, давай больше не будем драться. Ага. И все же, почему я в сыре? Нужно принять душ. Раз, два, три. У нас уже столько фигур, Мия. Откроем следующую дверь. Мия, где это мы? Тут так много фигур.
Я думаю, мы должны собрать все эти фигуры, чтобы выбраться. Ладно. Давай попробуем вот это. Мы нашли! Пусто! Это слайм? Нам нужно искать фигуры. Да. Мы нашли ее. Это треугольник. Хорошая работа, Мия! Мия, приступим к следующей! Коробка с Лего? Интересно! Так много деталей! Давай искать! Пусто. Как же нам найти выход? Я не знаю. Отличная идея, Мия. Мы построим квадрат. Мия, смотри, я думаю, эта фигура идеальна. Раз, два, три. У нас уже столько фигур, Мия. Откроем следующую дверь. Я думаю, эта дверь нам подойдет. Настя, мне страшно. Я не хочу открывать это. Ой, только не эту. Мы должны выбраться. О! Марти! А где же фигура? Других фигур тут нет. Только в форме собаки. Мия, это же фигура! Это звезда! Осталось всего две, и мы выберемся отсюда! Мия, давай попробуем вот эту! Ой! Мия, лови! Ой, получилось! Мия, мы это сделали! Осталась всего одна фигура, чтобы выбраться. Нам нужно проверить все двери. Ничего! Мия, давай попробуем вот эту. Мия, и тут ничего.
Может быть, мы никогда не выберемся. Я очень надеюсь, что это то, что нам нужно. Тут тоже пусто. Мия, осталось всего две двери. Здесь тоже пусто. Осталась всего одна. Я так боюсь открывать эту дверь, Мия. Ой, пусто, Мия. Как же нам отсюда выбраться? Нам нужно выбираться. О! Здрасте. Да-да, это я. Ага. А? Ой! Это же идеальная фигура! Смотри, Мия, мы нашли все фигуры! Пусто! Опять пусто! Ну, Артём, смотри, тут червяк! Я не хочу это трогать! Нужно найти ключ. Чего? Нам нужно найти ключ. Пусто. Ням-ням. Желе. Мия, не ешь, не ешь это. Не надо, не надо. Тоже пусто. Пойдем. Лед. Замороженный слайм. Пусто! Опять пусто! Опять пусто. Где же нам искать ключ? Я вижу ключик, он там, он там. Ну, Артём, смотри, тут червяк. Я не хочу это трогать. Кольцо с магнита. Ого, давай попробуем. Мы нашли ключ. Да, теперь мы сможем открыть эту дверь. Thank you.
Мия, зачем ты взяла так много игрушек? Ты можешь выбрать лишь одну. А вот для всего остального придется заработать деньги. Хороший выбор. Let's go! Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая работа, Мия. Вот твои деньги. Можешь купить на них, что пожелаешь. Спасибо, Артём. Пожалуйста, Мия. Ну, пойдем в магазин. О, Мия, ты выбрала себе игрушку? Ты разбила тарелку? Не переживай. Такое случается. Зато у меня для тебя есть подарок. Смотри. Это билеты в батутный парк! Да, давай повеселимся! Вау, так круто! И победителем становится Мия! Вот и дождь пошел. Так холодно! Я так замерзла! Ничего не понимаю. Это для снежной погоды. А? Снежной? А где бассейн? Вот он! Ага!
еще одна калитка. Никакого бассейна. Пойдем посмотрим. Гольф! Ей! Бассейн! Вау, так жарко! Чего же мы ждем? Вперед плавать! Ей! Артём, а почему так холодно? Я не знаю. О, смотри, вокруг снег лежит. Вау! Как же узнать, что произошло? Я не знаю, Настя. Нет, нам нужно бежать домой, потому что дома тепло. Так холодно! Я так замерзла! Ничего не понимаю. Пойдемте к камину. Это же огонь! А это еще что такое? Это же новогодние подарки! Возьму вот эту игрушку! Такая мягкая! Вау! Книга с динозаврами. Это же игрушки. Бабочка и пчела. Ой, это что тут такое? Еще подарки. Вау, это же чтобы лепить снежки. Это для снежной погоды. Снежной? Пойдем поиграем на снегу. Да. Эй, снег! Давайте играть в снежки. Настя, лови. Ай, Артём! Ой, так холодно! Так холодно! Ой, в тепле намного лучше! Пойдем домой! Вау! Вау! Так намного лучше! Здесь тепло! Да, больше не холодно! Настя, пойдем купаться! Вперед!